Хочу вам рассказать одну, а нет, лучше показать реальную, поучительную историю одного рокового знакомства из Тиндера, которая стала настоящим кошмаром. Эта история не о том, как вы неудачно сходили на свидание или о преследованиях после знакомства, а весьма печальная история с трагичным финалом, которая произошла с реальными людьми. Меня зовут Маша Рябинина, удачного просмотра, будет интересно. Франция Рут Ибара Рамирес родилась 20 января 1991 года в Леоне, Центральная Мексика. Она всегда отличалась радостной улыбкой и позитивным настроением. Франция работала учителем английского языка, а свободное время от работы гуляла с сестрой, смотрела сериалы и играла в настольные игры. В августе 2016 года Франция познакомилась в Тиндере с неким Эммануэлем, молодым человеком примерно своего же возраста. Он ей показался очень милым и понимающим, согласно их перепискам. Эммануэль работал медбратом в местной больнице. На протяжении 4 месяцев они встречались, тусовались и всячески проводили время вместе. Утром 3 декабря Франция вышла в очередной раз из дома, направляясь в языковой центр университета Гуанахуато. Днем планировала пойти в кино с Эммануэлем, но домой она так и не вернулась. Друзья Франции звонили ей и писали в мессенджерах, но в ответ была лишь тишина. Тогда они промониторили все соцсети, истории в Инстаграме и последнюю активность Франции. Им сразу стало очевидно, что в этом как-то замешан Эммануэль. Друзья сразу предупредили родственников. Полиция вместе с добровольцами быстро выследили маршрут передвижения Франции и Эммануэля по городским камерам. Как оказалось, в кино они так и не пошли, а след оборвался на том, что их последний раз видели заходящими в квартиру. Как потом выяснилось, квартира принадлежит Эммануэлю. Когда правоохранительные органы вошли в квартиру, чтобы обследовать помещение, из материалов следования и по протоколам, половина сотрудников полиции не стала заходить. Стоял сильный едкий запах в квартире. По их воспоминаниям, дышать было очень тяжело, и находиться там было невозможно. Кто остался, продолжили обследовать помещение в поиске улик. Первую жуткую находку сотрудники полиции сделали в ванной комнате. Там они нашли Францию, вернее то, что от нее осталось. На полу была кровь и признаки драки. В углу валялась набитая сумка с женской одеждой. А вторую находку обнаружили на балконе в квартире. Возле стенки были черные мешки. Один из сотрудников попытался приподнять один из мешков, чтобы осмотреть, но случайно обронил его со всем содержимым на пол. Также на балконе нашли каустическую соду и соляную кислоту. Образцы ДНК материалов, найденных в квартире, полностью совпали с ДНК Франции. И незадолго до преступления Эммануэль уволился с работы, и в больнице была взломана дверь в лабораторию. Но тогда медработники не придали этому значения. Именно оттуда Эммануэль выкрал кислоту и каустическую соду. Эммануэль покинул город Леон, где совершил преступление, а был задержан спустя 2 недели в Мехико. Он скрывался у своего друга в квартире. Следствие по этому делу затянулось. Эммануэлю дали в итоге 60 лет тюрьмы строгого режима. В Мексике отменили смертную казнь еще 15 марта 2005 года. Но такого рода преступление там считается как убийством первой степени с надругательством. Хотя адвокаты хотели, чтобы Эммануэля признали невменяемым и отправили на принудительное лечение, но по многочисленным экспертизам и тестам психотерапевтов его признали полностью здоровым и без отклонений в психике. А мотивом для убийства послужил отказ заняться любовной
подобными утехами. Интересный факт, что друзья Франции до последнего не знали ничего о том, что у нее появился молодой человек, до ее пропажи и что она сидит на сайте знакомств. А так еще сам Эммануэль избегал общения с друзьями Франции и ее родственниками. Он это объяснял тем, что пока рано знакомиться с ее кругом общения. Что его толкнуло на этот поступок, до конца не ясно. Эммануэль вырос в довольно обеспеченной семье, никогда ни о чем себе не отказывал. И он был, по словам его друзей, открытым человеком, умевшим поддержать любой разговор. Прочитайте книгу Ричарда Тейлора «Разум убийцы. Как работает мозг тех, кто совершает преступление». В ней вы узнаете психологию таких людей и что ими движет. Не всегда преступления совершают люди с психическим заболеванием или с отклонениями. Чаще всего это делают простые люди, с которыми вы наверняка ходите в магазин, ездите в общественном транспорте или просто собрались на пикнике. Есть над чем задуматься. Также можете еще знакомиться с бестселлером криминалистики Бориса Геллера «Наука раскрытия преступлений». Эта книга хорошо вам даст понимание того, как ищутся преступники и о том, как они сами себя выдают. Жесты, поведение, разговоры, вербалика – все это хорошо описано в этой книге. Рекомендую почитать. Закончив ролик, я похотела со словами: «Иногда нам кажется, что мы нашли то, что искали, но это не так. Франция думала, что нашла свое счастье. Это было лишь в ее фантазиях и в голове». Финал невозможно описать словами. Весь тот пережитый ужас событий родственники, знакомые Франции не ожидали и до сих пор вспоминают, что случилось тогда. Разговаривайте почаще со своими друзьями и родственниками, и, возможно, таких историй мы увидим все меньше, а еще лучше, чтобы их не было вообще. Я хочу, чтобы эта история служила вам напоминанием, что жизнь не все так гладко и не всегда так, как мы этого хотим. Будьте бдительнее, осторожнее и всегда задавайте вопросы в случае чего. Я хочу поблагодарить людей, которые мне помогли в съемках и сборе информации. Без вас вряд ли что-то получилось дельное. Еще спасибо, что досмотрели до этого момента. С вами была Маша. Подписывайтесь на канал. Скоро еще увидимся.